Все на зарядку. Организаторы этого проекта хотят возродить традицию массовых зарядок на открытом воздухе. В Санкт-Петербурге акция проходит на пляже Петропавловской крепости. Проводит ее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. В течение 2 месяцев мероприятия пройдут в 7 крупнейших городах России. Этот комплекс не направлен ни на здоровых людей, ни на нездоровых, ни на старых, ни на молодых. Он как бы для всех. Он не направлен на развитие каких-то определенных, да, мышц. Он на то, чтобы просто растянуть и привести свой организм в нормальное состояние. Комплекс «Вольт-заряд» разработал Институт восстановительной медицины совместно с Лигой здоровья нации. 21 упражнение рассчитано на людей с разной физической подготовкой. Опять нагибаемся вперед. Сейчас все можете попробовать испытать на себе чудодейственную силу этого комплекса, который позволяет укрепить в первую очередь мышечный корсет вокруг позвоночника. Те, кто пришли на акцию первыми, получили футболки, остальные остались без подарков. Алексей Ягудин показывает, как правильно делать упражнения. Участники повторяют: главное – рассчитать силы и не перестараться. Энтузиасты выполнили все упражнения. Зарядка действительно оказалась несложной. Вообще, я считаю, упражнения очень хорошие для всех возрастов. А я их буду делать. И большое спасибо тем, кто организовал вот такую показательную зарядку. Неимоверный заряд бодрости, хорошего настроения. И хочется потом с этим зарядом вот так же прожить весь день в таком же отличном настроении и продолжать так всю свою жизнь, каждое утро, каждый день с улыбкой на лице и с неимоверным зарядом бодрости. Это здорово. Петербург – второй город после Москвы, где проходит акция. Дальше Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара, Казань и Новосибирск. NTD, Санкт-Петербург, Россия. Худые.